Начинаем через 3, 2, 1. Дамы и господа, вы ее знаете, вы ее любите. Это Наталья Нова. И вместе с ней, как обычно, лучший из лучших клуб однопроцентников. Боже мой, это ты. Нова. Мы знакомы? Фу, нет. Я бы к твоему ведру и близко не подошла. Ох. Можно же общаться вежливо. Я не буду вежливой с нулями без палочек, которые ломают мне весь кайф. Но вообще я тебя ждала. Тебя и твою скучную команду. И для тебя я сверхнова. Будет она лучше, чем Ники выбирает. 4,5 миллиона подписчиков с тобой поспорят. Нет шансов. Thank you.
теперь удержаться за первое место. В чем дело вообще? Дело в том, что мне надоело, что каждая шайка неудачников с комплексом героя считает себя какими-то особенными. Сначала этот Гайо был, или как его там, а теперь ты. Ну кто бы говорил? Ты вчерашний день, и это тебя беспокоит. Только из чего. Ты знаешь, что будь на бандитскую гонку лежит через меня. Я тебе говорю, у нас такие тачки, что к этой гонке тебе путь за... Любуйся городом, пока можешь, ноль без палочки. Красивый вид с первого места. Похоже, ты не очень рада. Почему-то не сработало как надо. Вот отстой. Ладно, пофиг. Не удалось на этот раз от тебя избавиться. Следующая гонка на гелиостанции. Хочешь, приезжай, хочешь, нет. Мне все равно.
Привет, Ай. Короче, там точно что-то не так. Я сейчас снова победил людей на танке, а она потом сказала, что у них что-то там не сработало. Что не сработало? Не знаю. Она еще говорила, мол, у дома какие-то свои ставки в этих гонках. Джесс, что творится вообще? Мы заполучили технологию дома, пытаемся разобраться. Возможно, тут есть какая-то связь. Не выключайте, сейчас свяжемся. Середина дня? Ты шутишь, что ли? Поторопись, ноль без палочки. Нельзя пропускать гонку. Ah!
Я там. Теперь можно начать реальную гонку. Ты наглотаешься, не сомневайся. О, ноль без палочки и его пища. Ну что, новые подколки будут, Наталья? Я все уже сказала в своем веб-шоу. Ты и твоя команда даете мне просмотры. Спасибо! Погнали! Зашел на последнем круге. Я могу выиграть. Чуть-чуть продержаться. Высоко! Черт!
Расскажи об этом в своем веб-шоу. С собой доволен. Можно и так сказать. Надеюсь, все твои однопроцентники это видели. Им не интересно, как ноль без палочки гоняется с моими худшими водителями. Зато знаешь, кто все видел? Некая мисс Лина Навара. А ты откуда знаешь? Скажем так, у дома в этой гонке своя ставка. Ладно, ноль без палочки, улыбнись в камеру. Она всегда включена. До следующей гонки. Я смогу! Все нормально! Все нормально! Тебе это нравится? Медленно едете, ребят.
Смотри, куда едешь! Идиоты даже с вольфкаром бы не справились. Хорошо, что я пристегнулся. Когда я тебя сделаю, ты мне расскажешь, что тут происходит? А ты вообще не пытался измениться? Глядишь, тебя больше людей полюбило бы. Наталья, внимание тут жаждет только один из нас, и это не я. Ой, ну все. Сейчас будешь гоняться с победителем бандитской гонки. Я так люблю слушать, когда ты несешь всякую чушь. Привет, дети мои! С вами Сверхнова, прямой эфир с трассы. Какого черта? Ты что, стримишь? Садитесь у экранов с друзьями, смотрите главную гонку вечера. Наталья против ноля без палочки. We'll be right back.
Я думал, ты не просто так у них главный. Машину мою видишь? Я еще даже на газ не нажала. Одновременно рулить и стримить. Я первый. Шоу окончено, Наталья Нова. Знаешь, да. Я хотя бы победил своим мастерством. Ты понимаешь, о чем я? Я не могу не пустить тебя в гонку. Но ты не сомневайся. Там на трассе я сделаю все, чтобы тебя остановить. Наталья, я не один это затеял. Дом хочет драки? Мы будем готовы. Кучка тараканов все равно тараканы, ноль без палочки. Ну да ладно. Мечтай пока.
Ты сам не знаешь, во что ввязался.